Добрый вечер. Сегодня ровно неделя, как я начала на интервальном голодовании, но скажу вам честно, ту пятницу я взвешивалась вечером, взвешивалась на этих весах 77 900, и поэтому сегодня решила через неделю так само взвешиваться на этих весах. Скажу, что я первая неделя не выдерживала 16 часов на 8, выдержала 3 дня 12 часов на 9, а потом так 2 дня там 14 и сегодня 15 часов. Постаралась кушать после обеда то, что я хочу, только не перейти границу, да. Не знаю, телефон... Не знаю, сколько весит, но я не думаю, что я там много сбросила, но я думаю, что-то сбросила. Так, ноль. Так. С телефоном, где-то телефон в руках. 777-600. 300 минус там телефон. Показывает, видите, вот, без, не знаю, вот, в общем, вот такой результат.